Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stig War Legacy. Так, у нас начался февраль месяц, и вот у нас две дополнительные миссии вышли. 53-я и 54-я. Так, что же у нас тут? Ха. Минус Magic Kill. Давай-ка на нормале посмотрим, друзья мои. Что здесь у нас? 5 очков дают всего лишь, 5. Давай, наверное, улучшим с тобой нашего гиганта. На фулочку, да? И, наверное, Капитона. Вот так вот. Ну что, готовы? Давайте смотреть. Уничтожить статую врага. Я понял. Я вас прекрасно понял. Что такое? Да ладно, сразу что ли? Фу ты. Слушай, а что это у них за костюмы такие? Один из них какой-то такой большой. Ну вот как это, ребята? Это вот разве справедливо, да? Я вон еще собираю эти крохи, монетки. А он уже себе сделал капитонов. Причем двух. Один из них какой-то уж слишком крупный, не знаю почему. Можно, конечно, попробовать накопить на великана 1500. Как бы, я думаю, что есть резон. Есть резон. Единственное, что кого он еще будет делать? Давай подождем, посмотрим. Может быть, мы успеем. Если мы сделаем с тобой великана, предположим, да, и потом уже будут капитоны. Магов, как я понял, здесь нам не дадут. Лучники против капитонов, ну, практически бесполезны, ребят. Так, давай я вызову великана. Вызову великана одного. И будем уже, наверное, с собой делать капитонов. Как-то очень долго и медленно у меня золотишко прибавляется. Но я не прокачивал наших добытчиков, поэтому удивляться тут нечему. Так. Кого это он там? Но он все на одних капитонах. На одних капитонах. Он хочет как-то вырулить, не знаю, ребят. Я тоже буду сейчас начинать делать армию капитонов. Мечники, естественно, здесь бесполезны. Ну, как я уже и говорил. Опа! Ты сейчас серьезно? Окей. Давай посмотрим. Чего? А чё? Погоди, а чё они такие мощные, ребят? Мне не нравится. Чё-то они действительно чересчур крутые. Так, 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 так. Ну вот смотри, мой капитан бьет, да? Ну, в принципе, нормально бьет. Единственное, что вот, конечно, великан у меня тут немножко пасует. Вот этот вот, конечно, тут дает, да? Мощи. Ты видишь, какой? Так, может быть, мы что-то можем с тобой сделать? Да ничего я не могу здесь сделать. Так, друзья мои, он отступает. Так, мы встаем с тобой в защиту. Он отступает. Да, вот этот чувачок, конечно, по ХП мощный. Да, он практически уделал мне великана, прикинь. Наверное, нам с тобой надо сделать следующее. Еще добытчиков, потому что медленно. Медленно у нас идет добыча. Я, наверное, еще сделаю одного великана. Лучше, конечно, сделать два или... Вообще, опять? Ничего себе, он... Блин, он не дает, ребята, нам передышки. Хорошо. Так, у меня, ну, в принципе, все нормально. Великан, естественно, берет большую часть урона на себя. Я хочу сейчас еще попробовать успеть одного сделать. Если успею, это будет круто. По идее, должен успеть, ребят. Давай, 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 там... Блин, да он достал, а? Одного за другим вызывает. Посмотри.
Там лучник один, бедолага. Но он не справляется, надо еще ему в помощь позвать. Главное, чтобы у меня не упал мой великан. Вот что я тебе могу сказать. Если он упадет, это будет плохо. А эти вон прикрываются, да, щитами. Лучники, естественно, пытаются как бы их пробить, но безуспешно. Ну что я тебе скажу, вроде бы как неплохо. Мы сейчас этого великана, вот именно капитона большого, уничтожим, у него очень мало здоровья осталось. А у меня, как видишь, уже второй великан подоспел. Так что, наверное, сейчас мы его, да, подбили. Больше у него нет такой супер защиты. Угу, угу, смотри, 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 побежал. Так, подожди секунду, мы сейчас с тобой немножко по-другому сделаем. Это у меня только один копейщик остался. Офигеть. Погнали, короче. Я вызываю еще одного великана. Это не крупный, не тот? Нет? Кажется, наверное. Так, и будем уже делать с тобой капитонов. И это будет вообще имба. Мы просто пойдем, но он, естественно, вызовет подкрепление, я больше чем уверен. Кстати, у нас рудники с тобой заканчиваются. Он вызовет подкрепление, когда мы будем ему статую уничтожать. Да. Поэтому, наверное, нам надо с тобой будет сделать еще лучников, хотя бы отрядика 2. Ну вот с золотом беда. Причем серьезная беда. У нас, у него, кстати, тоже золото закачано, но у него еще есть 2 полноценных таких вот рудника. Вот не знаю, стоит ли мне сейчас идти. Давай сделаем с тобой лучников. Так, смотри, что творит, а. Хорошо. Так, сколько у нас с тобой? Раз, два, я только двоих. Вот это третий, четвертый. То есть один ряд лукарей у нас уже будет готов, да? Хорошо, сделаем с тобой второй ряд. Два ряда лучников. Опа, а у него второй ряд копейщиков идет. Так, слушай, ну нам, наверное, тоже надо сделать с тобой капитонов. Я не вижу, сколько у меня их, понимаешь, копейщиков. По-моему, 2 это как минимум. Так, мы уже начинаем с тобой последний золотой рудник разрабатывать. То есть это говорит о том, что золотишко наше на исходе. Тут еще надо не забывать, что когда мы статую будем бомбить, да, ему остается чуть меньше половины, он вызывает подкрепление. Причем в этом подкреплении могут выйти вот эти вот капитоны, которые были гигантскими. Такое тоже нельзя исключать. Поэтому, может быть, даже нам с тобой надо еще на одного великана накопить. Может быть, ребят. Сейчас посмотрим, если у нас хватит, то, наверное, я сделаю все-таки еще одного. И будет у нас с тобой, грубо говоря, 3 полноценных великана. Потому что один там уже наладан, так сказать, дышит. Да, дорабатывают руднички. Вот один полноценный у нас с тобой здесь остался. Сейчас они его тоже разработают, и все. Угу. А он уже третий ряд начал клепать копейщиков. Слушай, ребят, наверное, нам пора идти в атаку. Нам пора идти в атаку. Лучники, зря, конечно, мы так... Ага, видишь, видишь, что они делают? Вот, вот так вот это все дело и будет происходить. Окей, в атаку, естественно, в атаку. Будем их издалека бомбить. Блин, да они же так достанут меня, а. Лучники, сколько у него? 4 лучника. Так, давай еще одного великана закажу. Но зато, когда он тут отступает, его добытчики не добывают золото. Хотя я больше уверен, что это ровным счетом ни на что не сказывается. Ну, давай уже будем бомбить. Давай будем бомбить. Надоело мне на них тут любоваться. Да, великана, конечно, получает не слабо. Погнали. Так.
Готовимся сейчас к атаке. Вот. Вызвал подкрепление, о котором я тебе говорил. Ты посмотри, сколько их. Вот поэтому я великанов и заказал очень много. Именно вот для этих целей. И мои лучники расстреливают добытчиков вражеских. Это очень круто. Но-но-но-но-но-но. Давай-давай-давай-давай. Там замес, конечно, не кислый. Все, сейчас мы башню завалим ему. Давай, друзья мои. Там лучники, походу, да? По статуе валят. Да. Прекрасно. Ну что, друзья мои, побед за нами. Продолжаем. Ну что, неплохо, неплохо. Давай попробуем 54-ю. Так, что у нас здесь? Уничтожить вражескую статую. До рассвета, получается, да? Блин. Так, ну здесь дают всех. Давай, наверное, улучшим нашего великана. И убим мага. Убим мага. Так. Скорости. Давай скорость прокачаем добычи. Все, готов. Давай смотреть, что у нас тут. А, до заката. Не до рассвета, а до заката. Воу-воу-воу-воу-воу. Попробуем. Да, лучников у него немало. Тут не поспоришь. Так, нам надо с тобой, наверное... А что, они так быстро строятся у меня, что ли? Да, практически моментально. Я даже не успеваю, ребят, кликнуть. Все, да? Лимит по армии. Ну что? Рванем, что ли, а? Да, лимит у нас. Хочется мне просто посмотреть. Надо было еще лучников, конечно, заказать. Ну-ка. Как это все будет примерно выглядеть. О-о-о-о, лучники там. Давай, великаны. Дидич. Ага. Че же вы так сразу-то, а? Сразу пужанулись. Правильно. Ну, не может быть так легко, ребята. Что-то сейчас будет. Что-то сейчас либо подкрепление супермощное выбежит, либо еще что-нибудь. Так, смотрим. Да нет, я бы не сказал. Рвем их, рвем, рвем. Очень прекрасно, смотри. Просто разносим в прах их. Слушай, это, по-моему, одна из самых легких миссий, которую я помню. Мы уложились почти в 2 минуты. Слушай, может быть, попробовать 54-ю пройти на таком уровне? Ой-ой-ой, будет, будет очень опасно. Давай капитонов, наверное, прокачаю. Да. Попробую, ребят, что-то мне хочется. Ну тут, видишь, тут классно то, что нам сразу дают деньги. Сразу же. То есть мы вот так с тобой делаем. 5 великанов, да, плюс. И вот так вот. Они будут живучи, тут базара нет. Живучие, серьезнее. Так, у нас еще лимитик есть, да? Давай, наверное, так сделаем. Так, лучников маловато, конечно, ну. Так вот. Ну что, в принципе, можно рискнуть. Ох, сейчас наполучаем люлей. Ох, наполучаем, друзья мои. Сейчас даже посмотрим, насколько вот влияет изи уровень. Сразу же убегает. Ну-ка. По 35, по 55 урона. Ну, видно, что лучники здесь намного серьезнее бомбят. Урон чувствуется.
Так, мы ему сейчас половину башни разнесем. Сейчас будет вызывать свое подкрепление. Угу. То же самое абсолютно, да? Сейчас посмотрим. Так, обе маги там нормально справляются. Давай, 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 родные мои. Пока потерь нету, видишь, лимит у нас максимальный. Слушай, ну это даже на сложном уровне кажется легким. Да? Круто, звездочек наполучал я. Да, ребят, я вам рекомендую 54 уровень проходить на самом сложном. И вы пройдете, причем без проблем. Только что вы сами видели все, да? Жалко, нельзя фармить. Так было бы прикольно. То есть, видишь, если ты проходишь на самом сложном уровне, да, ты получаешь эти звездочки и за хард, и за этот уровень. Вот так вот. То есть, круто. Ёлочка. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня пока будет достаточно. Две миссии, которые у нас были, мы прошли. Увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем удачи и до скорого.